Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Рада видеть. Присаживайтесь, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вы уже вернулись к работе после праздников? Ну, работа – это постоянный процесс, а праздники – это лишь, наверное, повод просто остановиться и подвести некоторые итоги. Но праздников было много, как всегда, и по-новому, и по-старому. Все, потому что все пора возвращаться, да, на округе своя. А у нас у журналистов, знаете, как этот период характеризуется? У нас говорят, ну, вот период праздников – это или затишье, или бывала буря. Помните, как в случае с охотой, тогда вот это как раз было рождественские праздники. Либо затишье перед бурей. Угу. Тоже такой вариант возможен. Потому что все-таки события были. Конечно. Вы как политический аналитик, как охарактеризуете его? Ну, на самом деле, было завершение года. 2016-го, который был очень даже непростым. Почти знаковым для Республики Молдова. Он начался с массовых протестов, в которых участвовала и правая, и левая оппозиция. А кульминацией именно этого процесса, взаимоотношения власти с народом, это были президентские выборы, которые шли по определенному сценарию, в условиях определенных механизмов. А фактически вопрос корректности выборов, и были ли сфальсифицированы или нет результаты, остается открытым. Но общество приняло результаты, и лидер социалистической партии Гордадон стал президентом. То есть вот это фактически завершение года. Но завершение, начало года – это ожидание. И вот здесь складывается впечатление некоторого затишья, ожидания каких-то действий, возможно, новой какой-то реальности, которая выстраивается. По крайней мере, так я вижу. Она выстраивается уже. Есть власть очень активна, во внутреннем плане меньше, тут идет перегруппировка сил, тут как бы все схвачено. На внешнем плане есть какие-то интересные призывы к Соединенным Штатам, фактически поездка, то есть лидера правящего большинства, он же координатор. Естественно, общество ожидает результатов поездки Игоря Дадона в Москву, это вне всякого сомнения. Полный развод и шатание на правом фланге, то есть политическая система несколько выведена из равновесия. Вот это все факторы, которые есть. И плюс, естественно, американские выборы, и этот фактор международный, который жестко сказался во время предвыборной кампании и президентских выборов, а значит, под этим знаком пройдет определенный период времени в этом году. Ну вот если смотреть с точки зрения событий, знаете, как журналисты говорят, ну президент активничал, потому что он успел за это время и с Красносельским встретиться, и законодательную инициативу по, значит, снятию с плеч народа, да, того самого миллиарда, еще там ряд шагов, указы были, да, в том числе и по лишению гражданства господина Басеску. Вот как вам кажется, активно начал Игорь Николаевич осуществлять свои шаги? Потому что некоторые говорят, а ничего нового нет, он что обещал, то и делает. В принципе, так вот, в предвыборную кампанию. Ну, я бы не стал противопоставлять эти как бы два подхода или оценка того, как начал, значит, новый президент свой мандат или свое правление. На самом деле, это практика Молдовы, есть определенный период инерции. То есть президент, если он активный политик, то естественным образом он как бы продолжает свою предвыборную кампанию. Он брал на себя конкретные обязанности, это касалось и возвращения миллиарда. Естественно, во внешней политике обозначил какие-то приоритеты. Я думаю, что действие по отзыву или признание незаконным гражданства Басеску, оно вписывается именно в эти приоритеты. Конечно, конкретные заявления по поводу первого визита – это приоритет, понятно, это будет приоритет внешнеполитического курса, о котором заявлял Игорь Дадон во время всей кампании. Это одна из главных фактически внешнеполитических стратегических задач партии социалистов. То есть здесь есть определенная последовательность. Я думаю, что общество ожидает, когда политик Дадон, лидер партии, фактически станет государственным мужем. Этот период просто переходный, он длится некоторое время, который будет говорить уже и будет проводить политику, будучи слегка над политической схваткой. Случится это или нет, вот это будет зависеть вот эти 4 года президентства лидера социалистов. Ну, знаете, что никто практически, наверное, не ожидал, это то, что президент будет реагировать на заявление нашего посла.
Я сейчас говорю о позиции посла, представляющего Республику Молдова в Бухаресте. Да. Вот он, он написал, Игорь Николаевич, целый пост по этому поводу. Угу. Я не могу вас об этом не спросить, потому что посольская работа вам знакома не понаслышке. Вот скажите, пожалуйста, это его заявление, это есть... Такое вот вольнодумство, непрофессионализм, может, что-нибудь такое. Это очень профессиональный подход. Дело в том, что если остановиться на комментарии, то действительно, вот что же произошло, что президент реагирует так остро на заявление одного из послов. Потому что посол сказал, что действия президента неконституционны. Да, я в курсе. Да. То есть я знаю. Но на самом деле это не обязательно повод для того, чтобы я его отозвать, потому что это посол в Румынии. То есть Румыния до недавнего времени во времена президента Тимофти и правящего проевропейского альянса всегда воспринималась как одним из главных стратегических партнеров. Но я думаю, что... Мне понравилось уточнение времени, да. Конечно, сейчас времена меняются, естественно, о чем мы говорили, и приоритеты, возможно, тоже. Но если президент по Конституции ответственен за национальную безопасность и за внешнюю политику, это не значит, что у него есть реальные инструменты воздействовать на внешнюю политику, потому что внешняя политика – прерогатива главы государства, но исполняет ее правительство и парламент. То есть это как бы коллективная работа. Я вижу несколько другой подтекст. Подтекст связан с развалом либеральной партии, с тем кризисом недавним, который привел к тому, что бывший министр обороны Шалару фактически был вынужден покинуть ряды, то есть идет мощная борьба за власть внутри либеральной партии, которая вышла из президентских выборов, очень-очень ослаблена. С другой стороны, заявление Басеску и партия Басеску на последних парламентских выборах в Румынии оказалось достаточно в полном арьергарде. Басеску заявлял неоднократно, что его задача – это объединение Румынии, это значит, как они нас называют, Басарабия. И вот сейчас у Басеску объективно поле деятельности не столько в Румынии, а в Молдове. Отсюда возможность получения гражданства, это значит фактически дать ему очень широкое поле деятельности в Молдове и объединить вот те маленькие раздробленные унионистские силы. Я думаю, что если с этой точки зрения действия президента Дадона и его команды с учетом этих рисков политических, потому что у Молдовы и так много головной боли, масса других проблем, они как минимум объяснимы. Второе. Посол не имеет права делать комментарии, особенно комментировать действия президента, который его назначает на должность. Может быть, наверное, больше все-таки телезрителям. Я думаю, что вы об этом знаете. Вот смотрите. Та же Республика Молдова, буквально это год, может, чуть больше назад, посол такой у нас был, Андрей Попов. Конечно. Да. И когда вокруг его возможной отставки стали появляться различные комментарии, я прекрасно помню, как Андрей в своем фейсбуке написал одну прекрасную фразу. Он сказал так: если у президента нет ко мне доверия, я не считаю для себя возможным продолжать работу на посту посла. Ну, так поступил профессиональный дипломат. Понимаете? Да, да. Поэтому я и спросила, это не профессионализм, это вольнодумство вот такое. Вы это предпочли связать с действиями либералов, а мне не нравится. Нет, подождите. Знаете, когда с партийными вещами. Я не связываю напрямую. Так. Я попытался обрисовать контекст политический, появление возможной новой партии на правом, фактически унионистского толка. И эта партия, используя фактически бывшего президента Румынии, может консолидировать определенные силы в Молдове. Нужно ли это нынешней власти, в том числе власти, скорее всего, да. Потому что маневр геополитический на двух флангах, провосточный и западный фланг, это сейчас любимая игра наших местных политиков. Я думаю, президенту это не нужно было. Плюс как бы сразу по двум целям. То есть четко обозначить характер взаимоотношений с Румынией, то есть отдаленность некоторая, неравная удаленность, а просто-напросто понимание. Этот жест заявлял, Румыния не является для президента приоритетом с точки зрения двухсторонних отношений. Другое дело, то есть мы сейчас, если возвращаемся к тому, что каким образом... Дело в том, что я думаю, что посол в Румынии, господин Гребенич, очень хорошо все выверенно сделал с точки зрения его представления о том, какие отношения между президентом, парламентом и правительством. Чтобы его представления были профессиональны. Нет, знаете, в чем дело? По существу, вот президент не имеет права, например, сместить министра обороны без инициативы со стороны правительства.
Ну, у нас был такой прецедент при господине Снегове. Совершенно верно, это был очень большой скандал. Притом министр был военным, его надо было разжаловать, и потом, значит, выдворить из армии и так далее. Вы предпочитаете смотреть на это с точки зрения... Я еще даже не объяснил, как я смотрю на это. Дело в том, что господин посол знает, что его не отзовут, пока не будет инициативы Министерства иностранных дел, части правительства нашего. Эта инициатива очень маловероятна. Потому что со своей стороны вот эти действия посла, они обозначили именно вот то характер взаимоотношений между президентом и между правительством, между президентом, если угодно, и парламентом. Не более. Если правительство, предположим, гипотетическое, то есть пойдет на эту игру, действительно это означает, что там произошли какие-то серьезные перемены внутри взаимоотношений координатора, парламентского большинства, тех людей, которые назначены на ключевые должности в правительстве, в частности, министра иностранных дел. Нет никаких знаков, что это происходит. Да, знаете, как это будет, господин Киртуак? Это будет так, что это по любому поводу у нас будут обращаться теперь в Конституционный суд. И Конституционный суд, на мой взгляд, да, я сейчас выражаю свое личное мнение, сколько может, столько будет обороняться от того, чтобы давать какие-то трактовки. Вот. Но все-таки какие-то моменты им придется высказываться и говорить, кто в этой ситуации, знаете, главнее, если хотите. Да? Но я думаю, что президент Дадон все-таки имел в виду, что чиновники, дипломаты, они должны исполнять свой долг. Если есть какие-то вопросы, то вряд ли нужно идти на телеканал. Нормально, когда есть нормальные конструктивные взаимоотношения между ветвями власти. Что тебе не нравится, да, что это не конституционно, это как-то неправильно. Мне нравится, что вы заговорили о кадровом вопросе. Я обязательно спрошу вас еще о министре обороны, который у нас непременно должен быть назначен, но в другом контексте, потому что это хорошо, что вы затронули тему правящей коалиции. То, что сейчас там происходят какие-то движения, как вы начали, по-моему, говорить в ответе на первый мой вопрос, вы начали говорить, что какие-то процессы, это заметили все. Вопрос в том, что это за процессы и к чему они в конечном итоге приведут. Ну, давайте вот так вот, если можно, ряд вопросов, то, что заметила я, и, возможно, вы со мной согласитесь, а может быть, мы с вами, как обычно, поспорим. Перво-наперво, вот смотрите, у нас появился лидер партии, самый влиятельной партии, потому что эта партия она образует вокруг себя правящую коалицию. Я говорю, Влад Плохотнюк, лидер ДПМ. С другой стороны, есть его письмо Трампу. Мы видим движение в стане либералов. Его обращение в Fox News избранного президента. Как-то это всем нравится, не читают президенты такие обращения. Знаете, есть комментарии уже. Я видел эти комментарии, я знаю даже, сколько это стоит, и письма, и комментарии. Я все-таки служил там, я знаю прайс-лист на такого рода услуги. Давайте сейчас с коалицией разберемся, по письму задам отдельный вопрос. Да, или как хотите, как-то это назовите, я не знаю, там, постом, да, там, как это... Пиаровская акция определенная. Хорошо. Что происходит сейчас в правящей коалиции? Вот эти все движения. Да, происходят достаточно простые процессы, которые анонсировал координатор правящего большинства, о том, что фактически его задача усилить демократическую партию. Это было, кстати, очередное заявление, оно было на всех съездах последних, оно звучит. А демпартия в его видении должна быть руководящей партией в самом обозримом будущем. Руководящая, определяющая. Абсолютно, определяющая все. Все и вся. Не только кадровую политику, но и вообще все, что происходит в республике. Ну, вы же понимаете, почему я так сказала, откуда это словосочетание. Это нашего недавнего прошлого, естественно. Вот, и тогда есть несколько путей решения этого вопроса. То есть, во-первых, посмотреть, кто смутьяны внутри правящего большинства, кто создает проблемы, занимается шантажом, вымогательство должностей, бизнесов и так далее. И тут выступает, естественно, лидер либеральной партии, капризный и фактически совершенно непредсказуемый Михай Гимпу. Его надо было поставить на место. Поставить на место в условиях нынешней политической системы, коррумпированной до мозга костей, с небольшими исключениями, это развалить эту партию, прикупить, оставить его в одиночестве. И в прошлом году или позапрошлом у нас президент уже был с одной из крупнейших партий Республики Молдова. Речь идет о партии коммунистов. То есть
второй. Еще ЛДПМ, еще тоже. Их приструняли. ЛДПМ просто... Тоже... Нет, ЛДПМ был не только правящей партией, это было формирование, но партия одного человека, одного спонсора и одного владельца. Ну, это другой вопрос, но... Это не другой вопрос. Такие партии разваливаются легче всего. И в перспективе... А вы считаете, ПКРМ это не партия одного человека? Да, конечно. Mm. Ну, потому что ее развалили по-другому, потому что не было удара. Вот по-другому лидера. Соглашусь. Но было... схема та же, да. Угу. Да, его просто-напросто как бы подчистили партию, грубо говоря, и прикупили более десятка, значит, активистов этой партии, которую Владимир Николаевич Воронин взращивал как молодое поколение этой политической достаточности, когда-то достаточно серьезной организации. Уже есть прецедент, есть определенный опыт. То есть я думаю, что эти процессы, вот сейчас они как бы в начальной стадии. То есть журналисты их чувствуют, обозреватели, аналитики, они еще не проявились во всей красе. Но назначение Владимира Плохотнюка, самоназначение Плохотнюка как лидера партии демократов, это же понятно, человек является хозяином этой политической структуры, означает одно. Он понял, что партия не только инструмент прихода во власть, но партия, которую он возглавляет, даже не имея никакой официальной функции, это возможность говорить с западными партнерами, с восточными партнерами. Это определенный статус и определенные полномочия. То есть, не обладая никакой высшей функцией в государстве, он уже, и понятие координатор, выдуманное господином Дьяковым так сходу, я, по-моему, тоже не очень... Это он автор, да? Этого? Он заявил об этом. Угу. Когда его спросила, а в качестве кого ездил господин Плохотнюк в Соединенные Штаты, он говорит, он наш великий координатор, то есть самоправящего большинства. И это прилепилось. Но это великий координатор очень близко к понятию великий комбинатор. Поэтому я думаю, что это не очень серьезно для человека с такими амбициями, как Владимир Плохотнюк. Я бы не хотела, чтобы вы от либералов сейчас уходили, потому что я... Понимаю, о чем вы хотите сказать, о тех процессах, потому которые... Потому что это вписывается в более широкий контекст. Но, знаете, будет два момента, на которых можно проверить истинное отношение демократов и либералов. Угу. Момент первый. Вот смотрите, мне очень интересно, что скажет Конституционный суд по поводу назначения того же министра обороны. Ведь понятно, что либералы хотят на эту должность протолкнуть господина Мунтяна. Да, да? Конечно. Да. И второй момент это отношение к нашему градоначальнику. Вот если правда то, о чем говорил господин Филат, я сейчас говорю о 600 уголовных делах, которые якобы есть на господина Киртуака, мне кажется, что вполне можно было бы дать ход одному, двум, там. А сколько хотите. Пока мэр, он не вредный. Он играет свои игры. Но вы согласны, что это есть лакмусовые бумажки? Вот истинного отношения этих партнеров. Да не только. Если мы говорим о системной коррупции, то только ленивые не говорят о том, насколько коррумпирована мэрия наша и все ее чиновники. Другое дело, что вот люди, которые стоят на вершине вот этих пирамидок, которые генерируют определенные доходы, или которые идут в финансовые потоки, и просто отбирают у нас эти потоки, то есть фильтруют это все. Это их бизнес. Это начиная от всех центральных структур власти до местных. Это называется системная коррупция. А с другой стороны, он как бы не лезет в большую политику. То есть он не мешает другим игрокам, а мешает ГИМФу. То покладистый, то найдет общий язык, то потом какие-то странные заявления, то потом действительно вещи, которые никому не могут нравиться. Я думаю, что и на ГИМФу есть достаточно дел, потому что в коррумпированном обществе компромат является самым мощным и эффективным механизмом держать этих людей в уздечке и заставлять их делать то, что нужно хозяину. А ГИМФу играет в какого-то независимого и периодически неадекватен с точки зрения собственных поступков. Поэтому его нужно ослабить, его партию, его механизм удержания власти и одновременно в нужный момент надавить так, чтобы мало не показалось. А Лянка вот это и происходит. Его партии присоединятся официально к коалиции? Они пока отрицают. Я думаю, что, скорее всего, вот эта информация, это уже больше, чем слухи о том, что Лянка возвращается в МИД, это означает, что фактически партия распадается. То есть там оставит временно, видимо, какого-то активиста. Это говорит о том, что у Лянка нет серьезных намерений продолжать политическую борьбу. Он и так особо себя политиком не считал. Он всегда считал, он является карьерным дипломатом. Надо отдать должное. Должности министра иностранных дел, ну, это действительно он проявил свои качества. Я думаю, в политике... верите в эту информацию, я так понимаю. Думаю, что вы она... говорите, по крайней мере, уверенно об этом. Объективно соответствует... характер взаимоотношений Юрия Лянки с Плохотнюком, а значит, с правящим большинством,
любая попытка заявить о себе как независимом игроке, естественно, никто не верит. И в самые такие ключевые моменты он доказывал совершенно обратное. Второе. В молдавской политике, какая бы она ни есть и какой ее заземленный уровень, надо быть бойцом. Но есть люди, которые просто-напросто не являются бойцами. Они люди системы, они функционеры, они чиновники и бюрократы. И тогда человек находит свою нишу, свою зону комфорта и всячески стремится в нее вернуться. Вот и все. Если суммировать то, о чем вы сейчас говорили, то есть можем сказать с вами так, что какие-то процессы начались, да? То есть мы не можем пока четко сказать, какие формы примет эта правящая коалиция, но скорее всего все вещи у нас, да, сделаны с прицелом на дальнейшие какие-то шаги, на усиление, и мы понимаем, что речь уже идет о парламентских выборах. Спасибо, что вы мне помогли закончить, но я не могу пройти мимо блога господина Плохотнюка, да, как вы сказали, мы предпочитаем говорить, что это письмо господину Трампу, ну просто так как-то оно так понять. Ну, призыв, обращение. Ну, призыв, явно пусть не это письмо. Будет обращение. Это же не эпистолярный жанр. С какой целью не писал он это сделал? Дедушке Трампу, значит, на письмо деревню. На деревню. Да. Совершенно с верно. Какой целью он это письмо написал? Ну, цель очень простая. Ну, во-первых, заявить о том, что у него якобы есть элементы стратегии нашей внешней политики. Вы помните, на съезде он заявил вообще лозунг, который меня просто удивил. Молдова сейчас, здесь, та-там, ба-бам. То есть это как бы... Ну, знаете, обычно наши передирают какие-то западные слоганы. Не наши передирают. Есть партии совершенно не творческие, не креативные. Не, ну что вы, yes, we can, передрали. Это еще со времен Второй мировой войны существует. Я навскидку, да. И без церемонии. И не только это, кстати. Да, это делают, по-моему, в основном заезжие политтехнологи, которые особо не напрягаются в Молдове. И все, что им взбредет в голову, они знают, что наша публика как бы все это воспринимает адекватно. Нет, дело в том, что самого центральной идеи этого послания – ребята, давайте жить дружно, то есть и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и Молдова но никоим образом не хочет быть полем битвы между двух сверхдержав. А кто нас спросит? О чем речь? Это или наивная, или очевидная глупость. Потому что на самом деле, вам скажет этот студент третьего курса, значит, который изучает политологию, что небольшие государства всегда играют на определенных противоречиях. Не дай бог, чтобы эти противоречия были очень острые. Потому что тогда небольшие государства теряют все. Тогда стадия обострения, да, и в момент, когда... плохо маленьким государствам. Совершенно верно. Угу. И в момент, когда лидер демократической партии осознает правильно, что Европейский Союз потихонечку задним ходом в последние год-полтора отошел от Молдовы, понимая, что в Молдове история успеха превратилась в полный кошмар, их место... это было разделение труда, оно уже как бы не действует, заняли Соединенные Штаты Америки. Это произошло очевидным образом где-то летом прошлого года. Почему? Потому что Молдова matters, как говорит, она значима. Она значима вообще с региональной точки зрения, с точки зрения, естественно, двух Молдова плюс Украина. Второе. Визит, поездка Владимира Плохотнюка, встреча с Викторией Нуланд. Заявление в конце августа, которое шокировало многих, посла Соединенных Штатов Джеймса Петита, фактически, который поддержал правящего. Да, он откровенно. И господина Плохотнюка, и коалицию. Да. Появление в конце года с подачи одного из политиков соцпартии информации о том, кто кого лоббирует. Я прекрасно знаю, как это делается, значит, в Вашингтоне. Как легко можно фактически организовать те или иные встречи. Это все на самом деле... И надо открыто, это цена вопроса. Особенно, когда есть команда уходящая. Это просто цена вопроса. Это можно организовать любые встречи почти на любом уровне. И любые публикации, которые в большей степени важны для местного потребления, чем Fox то есть, News. То есть это было написано для нас? Но ни в коем это было написано, не для это не будет иметь президентской нет. администрации. Вот продолжение пиаровской акции, которая стоит недорого для наших политиков во власти, которые одновременно и бизнесмены, это появление заявления одного из, есть при Североатлантическом общественной, мощной общественной неправительственной организации в Соединенных Штатах, которая поддерживает Североатлантический альянс, он так и называется, организация Североатлантического альянса, но она не правительственная. Это меняет многие неправительственные организации, институты и так далее.
И вот директор фонда Патричу, а это Дину Патричу когда-то финансировал этот фонд, значит, тут, естественно, это был интерес этой румынской инициативы Румынии, делает некоторые заявления, что якобы Fox News, и то, что сказал Плохотнюк, дойдет до кого-то из советников президента. В Соединенных Штатах очень трудно достучаться в дверь Белого дома. Для этого эта страна должна быть действительно в центре внимания, должна играть активную роль, которая интересна Соединенным Штатам Америки. Но явно не нынешняя ситуация, статус-кво и поддержание какого-то нынешнего правительства только потому, что нет на данный момент какой-то другой геополитической альтернативы, говоря дипломатическим языком. Да, вы разбомбили в пух и прах. Ну, это так провинциально, это так наивно и так бестолково, по большому счету. Я ожидала такой ответ, потому что многие пытались ответить на этот вопрос, в том числе и у меня в эфире. И я тоже не получила таких вот каких-то, знаете, понимающих, по крайней мере, объяснений. То есть где-то примерно как-то так люди... Но мы с вами не комментируем, а анализируем. То есть мы проникаем в суть, в намерении, в результаты, которые мы можем ожидать этого всего, понимая, что власть манипулирует общественное мнение не только во время предвыборной кампании, но делает это постоянно. Хорошо, мы заговорили о господине Плохотнюке, о ситуации в коалиции. А вот давайте сейчас оперировать фактами, которые известны всем. Нам сейчас с вами известно, что анонсирована реформа правительства, анонсировано сокращение числа министерств. Да. Означает ли это, что у господина координатора, лидера демократической партии, появится прекрасный повод реформировать правительство, а может быть, как уверяют некоторые, даже возглавить кабинет министров? Ваше мнение? Во-первых... Для чего тогда вот ему нужна эта более такая, знаете, сплоченная многочисленная коалиция? Мы все же как бы укладывается так потихонечку в эту схему. Конечно. Дело в том, что когда... В последнее время, когда говорят о реформировании правительства, обычно это связывают с сокращением количества министерств. Якобы так говорят. Можно их как бы объединить и так далее. Правительство является инструментом. Это исполнительная власть. Она исполняет элементы определенной стратегии, принятой парламентом. У нас парламентская республика, и которую, скажем, поддерживаемая президентом. Это в идеале. И тогда ты понимаешь, да, мне не нужно какое-то информационное, там, Министерство информационных технологий, мне нужно какой-то мощный департамент, а Министерство, предположим, диаспоры и так далее, если это так на слуху, это так, к слову, я не настаиваю на этом, на всем. То есть ты создаешь инструменты для реализации на практике твоей стратегии. У нынешнего правительства нет никакой стратегии. То есть то, что заявляется как стратегия, это выживание. Это стратегия, в лучшем случае, государства-клиента, который ходит с протянутой рукой и ждет внешнюю помощь и внешнюю поддержку, которая должна прийти с Запада, потому что у России пока нет никаких планов финансово поддерживать Республику Молдова. Господин Китлак, а разве не все равно, под каким нам соусом подадут это все? Вот если есть такая задумка... Это соус. Знаете, это так вот под соусом стратегии или под соусом, не знаю, каких-то необходимостей перемен, там, я не знаю, мобилизации, чего хотите. Конечно. Но если у власти есть в планах реформировать правительство, то оно это сделает. Вот подождите, мне интересно, как? Подождите. Вот такое вот нынешнее парламентское большинство, которое фактически особо не озабочено стратегией. Оно считает, что вот взаимоотношения с Западом, прозападный вектор, проевропейский, это уже как бы стратегия. Да. Это совершенно ложный подход. Стратегия должна исходить из потенциала молдавской экономики, из возможности решения социальных вопросов и развития двухсторонних отношений с теми странами, которые действительно могут открыть новые рынки, могут фактически способствовать мощному потоку инвестиций, которые создают новые рабочие места. Это в корне меняет ситуацию в Молдове. Я в таких случаях говорю ключевое слово «должно». Это элементы стратегии. Нет, мы говорим как нормальные люди, каким должна быть нормальная стратегия. Но у нас вот так. А этого всего нет. И тогда приходит человек и говорит, да, там, почешет свою рябу, говорит, нам нужно что-то делать с правительством, людям не нравится так много министров. Не нравится министров, они повышают зарплаты сейчас членам АНРЭ, то есть агентство, Национальное агентство по регулированию в энергетике, до десятков тысяч. Да. Сейчас им кажется, что да, нужно повышать зарплаты, учителя 17-19 выйдут уже, слава богу, профсоюзы начали работать, понимать, что они защищают интересы членов своих трейд юнионов. Он говорит, нет, у нас нет денег, а вот есть деньги вот для судей и для прокуроров, которые в десятки, ну не в десятки, на несколько, то есть средняя зарплата 15, 20, 25 тысяч. О чем мы говорим? Власть подкармливает своих, то есть те, которые обслуживают эту власть.
Власти наплевать на медиков, на врачей, на социальные программы. У нас колоссальная, как была, дыра в бюджете, так и остается, которая опять-таки ожидается, что спонсоры, тра-та-та, что-то, ничего подобного. Эти времена прошли вместе с Филатом и вместе со всеми скандалами и воровством. Возвращаю вас к координатору плавненько, вот и к его. И мы возвращаемся к вашему начальному вопросу. На самом деле, сокращение министерств, уже есть информация, будет министерство, которое по пресловутому алгоритму, как они от него отнекиваются, относились к партии либералов. Это особо министерство, которое не генерирует доходы, ему дали как бы гуманитарный в основном блок. И тогда это будет как бы вот такая мера давления на ГИМП, у него просто отнимут определенные инструменты, которые используются также в партийно-политических целях. Второе. На память мне приходит запись разговора телефонного, у нас это сейчас стало так обычным делом публиковать, в Киеве между Сергеем Эраловым и Вячеславом Платоновым. И там есть одна ключевая фраза, люди говорили очень искренне, потому что считали, что никто их не слышит, что товарищу не нравится первые роли, то есть быть на первых ролях. Товарищу нравится быть в тени и дергать за ниточки. Я не исключаю все-таки, что это уже устаревшая запись, потому что после поездки в Вашингтон, встречи с Нулан, заявлением посла, я думаю, что у Плохотника снова появились определенные честолюбивые планы прыгнуть из кресла лидера партии уже как минимум в самую значимую для его бизнеса должность. Это должность премьера, потому что президент не обладает столь серьезными полномочиями в области экономики, контроля потоков, контроля инвестиций и так далее, как премьер-министр. Это ключевая должность в этом смысле. А имея послушное правящее большинство, управляемое, ну тогда он фактически становится единовластным правителем. То есть ключевые слова здесь не исключаю. Вот так. А пока у нас нет предпосылок, потому что риски для него они велики. Велики, в том числе и внутренние, потому что так как сейчас протестное движение на спаде, мы это прекрасно понимаем, оно и с самого начала, оно, любое народное движение, оно волнообразно. То есть умные, толковые лидеры и политики схватывают гребень волны и на этом гребне создают предпосылки изменений. Здесь не было такой ситуации. У нас масса дилетантов и людей, просто-напросто не понимающие, какие процессы, какого джина они выпустили из бутылки. И это все вдруг испарилось и сошло на нет. Вот вопрос во внутренней политике был единственный мощнейший фактор давления. Это давление улицы, давление митингов, давление недовольного ситуации народом. Этот фактор исчез. И я думаю, что вот этот маневр с объявлением всенародных выборов президента, он был дьявольски хорош. То есть, в принципе, этим маневром Плохотнюку удалось способствовать тому, что ситуация вот в этом. То есть угроза для него лично, для его власти, фактически сейчас минимальна с точки зрения именно давления масс. Мы довольно подробно поэтому он может тут маневрировать. Сейчас у него руки как бы развязаны. Мы с вами подробно поговорили об очень важных вещах, которые сейчас происходят. Но я еще хотела бы вас спросить вот о какой вещи. Ведь очень важно, как на это все будут реагировать наши зарубежные партнеры, как мы говорим. И здесь я хотела бы, чтобы мы по традиционному нашему делению пошли. Да, Соединенные Штаты, страны Запада, структуры Евросоюза и Россия. Потому что, когда я вижу, что стали в прессе появляться уже такие статьи под заголовками «У Молдовы двойственная внешняя политика», то есть намек идет на два центра, то есть, да, вот все-таки как они будут себя вести? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо четко сформулировать, каковы же национальные интересы этих главных игроков в этой части. Естественно, есть геополитическое противостояние. Я бы не сказал, что с одной стороны Запад в целом, потому что Евросоюз всегда был многовекторным с точки зрения приоритета внешней политики. Испания, Португалия, части другие страны Евросоюза фактически не приветствовали восточный вектор. То есть Евросоюз — это организация многих государств, у которых есть суверенное право на свои приоритеты во внешней политике. Самым неразвитым, скажем, подразделением работы Евросоюза — это совместная внешняя политика и оборонная политика. Это мало кто понимает. У нас Евросоюз — нечто большое, мощное, единое, часть Запада, ничего. То есть это очень провинциальный подход. Вот сейчас кто мы во взаимоотношении с восточным, с
с Евросоюзом, у нас был четкий как бы формат. Этот формат называется «Восточное партнерство». У Евросоюза есть десятки таких партнерств. Десятки. Но так как у нас преобладает провинциальный, мы пуп земли, все вокруг нас движется, кроме восточного партнерства. И мы лидеры этого восточного партнерства. Нас это как бы ослепляло. А политики одной и второй ориентации очень ловко этим пользовались. Можно я скажу, не очень хорошо. Евросоюз в данный момент не является активным игроком. Это должно быть... А кто же его замещает? А мы уже затронули эту тему. Соединенные Штаты. Да, вот вы когда охарактеризовали, что такое Евросоюз, какая-то структура, вы забыли одно важное определение, очень забюрократизированное. Прямо, это вот, другое дело. Прямо страшно, вот знаете, вот до такого состояния, чтобы разбираться в ее политике. Любая власть обюрокративается очень быстро. Бюрократия значит отстраненность. Жизнь одно, а бюрократия фактически играет свои игры и еще тратит народные деньги, если так, на уровне понятий. Для нас важно одно, что Евросоюз не уходит из Молдовы, так. Но у него крайне осторожная политика. Он обжегся с правительством Филата и с предыдущими альянсами, так. И так далее. То есть будет осторожно относиться к тому, что у нас происходит. Второе. Очень важно отношение ключевых западноевропейских государств. Да. И в первую очередь, естественно, тройка. Германии. В первую очередь Германии. В определенной степени, естественно, Франции. После Брексита Великобритания уже не будет активничать на старом континенте, да и как-то и неприлично, наверное, будет в этом отношении. Наверное. Ну и страны, как Польша, как Швеция, которые были инициаторами восточного партнерства, даже исторически у них есть определенные связи, определенное видение проблемы. Вот. Соединенные Штаты после Трампа, сейчас еще переходный период будет длиться пару месяцев, давление на Трампа мощнейшее. Вы знаете, прекрасно, мы не будем вдаваться в эти детали. Президент Соединенных Штатов всего лишь глава администрации. Деньги, решения должны апробироваться двумя фактическими палатами, верхней и нижней палатой Конгресса. Имея большинство и в Сенате, и в, значит, в палате представителей, то есть конгрессменов, собственно говоря, сенаторов и самка, то есть и нижняя сам палата, Конгресс, да. Да, нижняя палата, значит, Конгресса, по большому счету это не значит, что у Трампа есть вообще поддержка собственной партии, потому что он не выдвиженец партии, он никогда не был в политике, он даже не служил в армии. Это один из немногих, это первый президент, у меня есть совесть, вот такой послужной список. У меня есть совесть для того, чтобы я сейчас сказала, чтобы вы описали политику Трампа, потому что я вижу, что этим сейчас заняты большинство политических аналитиков. Нет, знаете, пока гадают на кофейной гуще. Их прогнозы, да, пока я хотела сказать, разнятся. Сейчас. Поняла, Россия. Нет, Соединенные Штаты к тому, что останутся игроком. В лучшем случае поняла, здесь останется определенный статус-кво. У России, я думаю, есть ощущение успеха в Молдове с избранием Игоря Дадона, лидера социалистов, пророссийской партии в качестве президента. Россия делает ставку, естественно, на парламентские выборы. Потому что прекрасно, я думаю, люди в Москве прекрасно себе отдают, что полномочия президента в нынешнем контексте достаточно ограничены. У России есть достаточно много сейчас возможности влиять на внутриполитическое положение в Молдове. Но я думаю, что Россия, стратегическая цель в корне изменить расклад сил на уровне парламента в пользу пророссийского вектора развития Молдовы. И здесь основные партии, то есть, естественно, остается партия социалистов, партии левого толка, левой ориентации. Ну и на фоне развала, который сейчас существует на правом фланге, я думаю, что вот здесь главным соперником будет, естественно, Плахотнюк, нынешнее правящее большинство, возможность перехода к смешанной системе избрания парламента, что не исключено, тогда понятно, кто кого прикупит и у кого будет большинство. То есть игра как бы не сделана до конца. При условии, что Запад, потому что Трамп будет входить в должность где-то полгода, как минимум, если не целый год, Евросоюз, мы знаем... Мне кажется, это произойдет на этот раз быстрее. Нет, не может быстрее, потому что Трамп... Это мое мнение, потому что обязательство к тому... Трамп не профессиональный политик. Непременно, да. Он популист, он приходит с улицы. Та команда, которую он назначит, возможно, ему поможет стать президентом. Давайте называть... Мы маленькая страна, мы не можем прозябать в этой иллюзии. Я сейчас не в защиту Трампа, я в защиту, я, знаете, как говорят, за идею.
Просто внешняя политика на сегодняшний день такова, что у него нет просто времени на раскачку. Ему надо будет очень быстро принимать решения. Он такие заявления сделал в области внутренней политики. И дай бог, чтобы эти решения не были так уж судьбоносны. Потому что придется. Вот такое есть смутное ощущение. Я уже возвращаюсь к своему опыту посла. Трамп может поломать всю внешнюю политику Соединенных Штатов. Знаете почему? Потому что политика до последние 20-25 лет она строилась на том, что Соединенные Штаты – единственная глобальная сверхдержава, а будучи глобальной сверхдержавой, надо иметь интересы везде, в каждой точке мира. Да. И тогда они строили, демократы, свою внешнюю политику, как бы назначая ведущую державу в каждом регионе. Вот у нас Турция была вот в регионе Черного моря, Румыния играла роль с его, значит, противоракетной системой, двумя военными базами. То есть мы видели определенные движения. Присутствие, предположим, в странах Балтии сейчас уже военное присутствие наращивается в Соединенных Штатах. Вот это все факторы. Мы не можем мыслить провинциально, узко. Ну, вот здесь, кто знает, там Молдову. Я чувствую, по Трампу нужна отдельная передача. Вам есть что сказать, а мне есть что спросить. Хорошо, ставим точку. У нас время просто уже вышло, но все равно не могу не задать вам этот вопрос, потому что это скандальный сейчас такой вопрос, о нем высказываются многие. Мне интересно ваше мнение. Что происходит с журнал ТВ? Я думаю, журнал ТВ происходит мощное давление, конечно. То есть кто виноват? Стороны... Власть виновата, собственники виноваты, да? Мне трудно однозначно ответить. Есть пока определенная информация, которая носит объективный характер. Это то, что у журнал ТВ, то есть у этой группы фактически финансовые проблемы, в том числе и плата за аренду. В какой степени это верно? По крайней мере, Sky Tower, где находится телевидение, администрация, значит, компания объявила о том, что это действительно так. А второе, само телевидение заявило о том, что им нужно менять свою программу, у нее нет возможности сетку. И она сократит количество собственной продукции. Это тоже говорит о финансовых проблемах. Никто не делает этого секрета, что у нас практически нет прибыльных телевидений, живущих за счет рекламы, и всячески давление, потом, помните, запрет 3 дня, скажем, там, публиковать рекламу. Я думаю, что в корне не могло поменять ситуацию. Скорее всего, есть проблемы с внешним финансированием, с поддержкой. Я считаю, что не исключено. Потому что люди есть люди, бизнес у них идет по-разному, сейчас не такие простые времена. Я думаю, в совокупности все это создает проблемы для журнал ТВ. Но журнал ТВ – это исключительный случай, потому что это самый мощный оппозиционный ресурс. Медийный, который занял однозначно жесткую, порой чересчур жесткую позицию, я имею в виду, что настолько, что люди ждут спокойную, уверенную в себе власть, людей, мыслящих позитивно, прагматично, которые объяснят народу, что происходит, и придут с конкретными предложениями, как изменить ситуацию. Нельзя без конца бить в одну точку и считать, что народ устает от этого всего. Ему нужен позитив и ответственные лидеры. Он говорит, а кто еще в вашей команде? Придете вы во власть, что вы сможете? С кем вы это сделаете? Я знаю, потому что несколько лет в молдавской политике, я достаточно убедился в этом. Так реагируют наши люди. И нужно отвечать их запросам и их ожиданиям. Тогда все будет хорошо. Вы знаете, все будет ясно спустя какое-то время, потому что у меня, например, свеж пример с НИТом. Когда ситуация разворачивалась она одним образом, схожа. А потом, потом вот спустя какое-то время сами журналисты говорили уже совсем другие вещи. Я благодарю вас за эту беседу. Вы знаете, мне было очень интересно. Спасибо. Впрочем, и всегда с вами беседовать. Очень много вопросов остались без ответов, но это будет прекрасный повод. Я понимаю, что на следующую передачу я не претендую, но как получится. Благодарю вас. Приходите к нам, и будем с вами говорить на разные совершенно темы. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.